Всем привет! Вторая серия нового турецкого сериала под названием «Лжец» выйдет 24 сентября. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы ждете новые эпизоды, тогда ставьте лайк, чтобы видеть, сколько нас. Напомню, что по сюжету Мехмет Эмир работает врачом, и он смог прославиться как один из лучших известных хирургов. Ему пришлось пережить большую утрату жизни, так как его жена умерла. После этого он остался совершенно один со своим маленьким сыном, которого воспитывает сам. У сына Мехмета есть учительница по имени Денис, и он уже давно обратил на нее внимание. Денис не так давно прекратила отношения со своим женихом и долго переживала по этому поводу. Когда Мехмет все же набрался смелости и пригласил на романтическое свидание Денис, то она согласилась. Мехмет надеялся, что с этой женщиной сможет начать свою жизнь с чистого листа. Но случилось то, чего он совсем не мог ожидать. Они провели время, а на утро Денис подала на Хикмета в суд. Она сообщила о том, что после ужина мужчина жестоко с ней обошелся и затем воспользовался против ее воли. Достоверных доказательств нет, и сам Мехмет не может понять, почему это произошло. Для чего Денис решила обвинить его в этом? И какие цели она на самом деле преследует? У Мехмета не остается другого выбора, как защищать самого себя от преступления, которого он на самом деле не совершал. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.